Друзья, всем привет! У нас снова снег идет. Посмотрите, тут просто я снег увижу за все то время, которое я не видела снег в Одессе. Кто знает, тот знает, что в Одессе снег — это очень редкое явление. Сейчас иду в столовую на обед. Папа наш не пошел, дети старшие уже покушали. Я сначала пошла, а потом вернулась, потому что малыш наш начал. Смотрите, какая красота. Начал вредничать. Он очень хочет спать. Пришлось его идти, положить спать. И вот теперь возвращаюсь. Стоит мой поднос с едой. Подвинули его девчонки. Приятного аппетита! Сегодня. Такой обед будет. Что ж, приятного аппетита мне. Пока.